Челябинск тоже готовится к новогодним праздникам. В каждом из 7 районов города зальют катки и хоккейные коробки, построят ледяные городки. Чтобы кататься на горках, челябинские дети могли не только на площади Революции, но и рядом с домом. Вот 170, это, грубо говоря, на 7 поделим, это получается больше 20. Больше 20 в каждом районе. Ну и, если считаете, один ледяной городок минимум будет в центре города, и плюс еще один, а то и два городка в каждом районе будет. Вот считайте. До сих пор массовой заливке катков мешала неустойчивая погода, лед периодически таял, и все же в каждом районе успели залить от 5 до 10 хоккейных коробок. В основном в школьных дворах. Кроме того, работают основные катки в городских парках Пушкина и Гагарина. Сейчас синоптики обещают морозы, и всем главам районов поручено лично проследить за состоянием катков и коробок. Параллельно в каждом районе возводят ледяные городки с горками и ледяными скульптурами. Продолжается работа и на главном ледовом городке Челябинска на площади Революции. Его откроют 25 декабря. До Нового года осталось 17 дней, и в Челябинске уже начались праздничные мероприятия. Афишу мероприятий можно найти на нашем сайте 1obl.ru.